Всем привет! Сегодня у меня 500 подписчиков! 500 человек подписалось на мой канал! Конечно, это не 500 тысяч, как у некоторых, но тоже хорошо для начала. В честь этого я решила сделать интересную концовку для своего видео. Пока будет такая, потом, может быть, поменяю. И, наверное, буду менять их достаточно часто. Может быть, даже в каждом видео новое. Попробую так сделать. А также будет новогодний чёс, это то, чем я занималась перед Новым годом, и поэтому видео так долго не выкладывала. Стриптиз Снегурочки, не пугайтесь, не настоящий. Будет использовано немножечко видео Ивана Ефирова, то, которое удалили со второго канала за использование образа украинского певца, который выступает в женской одежде, называет себя женским именем. Не будем сейчас произносить это имя, потому что я боюсь даже за имя. Возьмут и удалят мое видео. Что не хотелось бы, все-таки вложено немало трудов, по крайней мере, в самый конечек. Досмотрите до конца, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и смотрите. Праздников, и мы едем на работу, то есть я и помогаю в качестве диджея, и так мы зарабатываем на семейный хлеб. Итак, гости постепенно собираются, мы уже расставились, вот я, значит, все подключил. У меня тут музыка на iPad, музыка на ноутбуке, пульт, колонки. Дружно хлопайтесь скорей, чтобы стало веселей. Сотрим праздник дружбой своей. Ну, примерно так. Потом он, конечно же, просыпался и подтягивался, так смачно подтягивался. Потом он бежал на стадион. Бежал, 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 быстрее бежал, бежал, ногами быстрее. Внимание! Снежиночка! Метель! Паутиночка! Новым годом! Снежный год! А теперь все выравниваемся! А что ты думал? Снежиночка! Ура! И снежный год!
Нет, это документальный фильм про твою работу. Подписаться, если хочешь быть здоров, постараться. Больше лайков, больше слов писать.